В целях профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних, выявления безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних, антиобщественной направленности и лиц, вовлекающих их в противоправные действия, сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и участковыми городского отдела Хасавюрта совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации в городе проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток». Если мы не доходим детей первый раз, мы основным их разводим по домам. Особо каких-то мер не принимаем, предупреждаем родителей, самих детей. И вот компьютерный зал, хозяева тоже говорим, чтобы они детей не допускали, чтобы ночью там дети не находились. А уже второй раз, когда мы находим там детей, уже составляем на родителей протокол, административный протокол по статье 535. За ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. В ходе проверок компьютерных залов, развлекательных центров, а также мест массового скопления молодежи города сотрудниками правоохранительных органов были задержаны подростки без сопровождения законных представителей в ночное время суток. Задержано и передано родителям 11 подростков, которые находились в позднее время в общественных местах. С родителями и детьми проведена профилактическая беседа и разъяснительная работа, рассказывает старший инспектор по делам несовершеннолетних Заира Муртазалиева. Второй этаж. Я могу сказать, год. Число месяц. 11 июня. Июнь? Да. Так. С родителями есть связь? Есть. Ты вызвал? Нет. Вызови. Так, выйдем, вызови. Так, что скажи, чтобы остался? Документы... Документы твои и свои пускай принесут родители. Магомедова, мы задержали его. По случаю того, что после 10 часов вечера он не должен выходить на улицу без сопровождения родителей по закону федеральному. Вот поэтому должны, по идее, прийти родители. Где его родители? Вы не знаете точно? Сотрудники полиции проводят не только ночные рейды по выявлению несовершеннолетних в общественных местах, но и мероприятия по пресечению торговли запрещенной некурительной смеси на свай, в ходе которого сотрудниками по делам несовершеннолетних и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации было проведено изъятие у продавцов на свай в количестве более 300 пакетиков по различным торговым точкам. Согласно статье 1453 административного кодекса, за реализацию табачного изделия на свай лицо привлекается к административной ответственности. Исходя из этого, как инспектора по делам несовершеннолетних, мы проводим рейды по изъятию вот этого табачного изделия на свай. В основе исходим из того, что дети употребляют. Многие говорят, что дети используют вот это, употребляют шпак на свай. А это насколько вредно здоровью? Конечно, тоже мы также объясняем. Бывает, лекторскими группами идем в школу, там бывает с нами и нарколог, который показывает и фильм, и доступно объясняем, чем что чревато. Ну, конечно, находятся, которые употребляют. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 19, 20. Задачу всех мероприятий, проводимых работниками правоохранительных органов совместно с антинаркотической и антитеррористической комиссией города в виде лекторских и рейдовых мероприятий, входит формирование духовно-нравственных ценностей подрастающей молодежи города. Посредством рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений, дают свои результаты, отмечают сотрудники по делам несовершеннолетних. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, Идрис Алиев, информационная программа «Пульс».